У природы нет плохой погоды. Замечательная погода сегодня. Сегодня буду со своими хризантемами работать. Здесь она у меня одна, единственная, развалилась. Вот эта вот беленькая мне тоже не очень нравится, но она более-менее шариком. И там уже тоже остальные шариком. А вот это что-то у нас развалилось, прям так серьезно развалилось. И там целый прям шарик такой красивый. Красота. Вот так это все выглядит красиво. У меня вот такой есть колышек. Попробую его, хочу вот сюда в серединку забью. Я не знаю, корешок я случайно не испорчу. Забью колышек в серединку и попробую подвязать, собрать получается. Попробую, сейчас посмотрим, что получится. Кстати, это хорошо вошел. Все, я его забила туда. Хорошо так держится, плотненько. Теперь буду к нему я вот так пробовать поднимать. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Не знаю, что получилось, но вроде бы собрался. Ну, намного лучше, я думаю, стало, да? На эту сторону пройду. Вот так. И вот так вот эти шарики. Но они более-менее, видите, не так рассыпаются, как этот рассыпался. Прям вообще никакой был. Ну, так получилось. Думаю, так получше. Как-то бы его еще немножко приподнять, а? Он слишком огромный, он какой-то, может, на камеру смотрит, такой мелкий-мелкий. Он необъятный, представляете, я его не могу никак схватить. Может, как-то можно было бы еще получше его подобрать, если повыше подвязать. Я вон, видите, как подвязала? Не знаю, как же сделать, чтобы он еще немножко собрался. Или уже так сойдет. Здесь, видите, он немножко падает. Здесь падает все равно. И там падает необъятный. И с этой стороны какой-то длинный получился. Если эти какие-то шариками, это... Что бы придумать с этой красотой необъятной-то, а? Ой, красота, красота. Красота.
Кстати, кто-то написал в комментариях, что на белый и на желтый не садятся пчелки. Только мухи. Я за этим еще не наблюдала, но мухи точно садятся. Мы даже как-то снимали, да? Подумали, что это пчелка, это, оказывается, муха была. Потом, когда монтировали, заметили. А так мухи, да, садятся. Вот, посмотрите. А, нет, смотрите. Что-то непонятно. Ладно, сейчас еще что-нибудь придумаю. Принесу еще веревку, попробую еще подвязать. Потому что он какой-то длинный получается. Все равно разваливается. Ну, получился какой-то обгрызок. Собрала со всех сторон еще посильнее. Но и красиво, и знаете, когда он немножко, хотя бы вот немного, да, вот как этот, разваливается, он посимпатичнее смотрится. Это мое личное мнение. Вот так, допустим. Мне больше нравится, чем вот. Но что это такое? Камера еще не передает. Это просто ужасно. Вот это вот внизу все смотрится некрасиво. Сейчас я веревочку, естественно, уберу, чтобы веревку видно не было. Но мне не нравится. Не очень. Ну, пусть стоит. Уж сделала, как сделала. Либо все-таки я, наверное, уберу веревку, которую я сделала повыше. Пусть немножко так вот рассыпчато будет. Он был посимпатичнее. Да, я сейчас уберу вторую веревку. А то так, смотрите, вот как собрали в одну кучу. И что попало получилось. Бедолаги. Они уже даже не так смотрятся, и солнышко куда-то пропало. Вот намного красивее шарик смотрится. А этот видно, что его скучковали. Уберу сейчас веревку. Какая она красивая. Обалдеть. Переливается, да, перламутровая? Реально красивая. Красиво тебе нравится? Угу. Если честно, я до сих пор не могу понять, что мне больше нравится. На пол ложить или на стену. А вот издалека вот так вот смотришь и не видно всю эту красоту. Просто какие-то кубики и кубики. А вот вблизи показала. Не передает никогда. Да? Нет, сейчас уже показывала, она блестела. А, да? Да. Просто когда издалека показываешь, она как-то смотрится это. Время ночи, мы работаем. У нас вон еще сколько ее. Всегда. Когда есть хозяйство. Ой, падает. Приходится по ночам работать. Когда хозяйство спит. Так оно по ночам тоже не спит. Вон поросята там копают. Наяривают. Вон их. Кормить за ним, убираться не надо. Ну. Вот сбоку. Маловато. Блин, клей заканчивается. Угу. И клея нет. Знаю, есть работники, которые не промазывают стеновую плитку полностью. А делают просто наброски. И кто-то наоборот говорит, что так не надо делать, надо полностью промазывать. Того слушают. Прям не знаешь.
Всем привет. Всем добрый вечер. Сегодня у нас шашлычок будет. Давно шашлычки офигенный. Не жарили. Угли просто шикарнейшие. Крылышки. Мясо всю ночь мариновалось. Да, будет обалденный шашлык. Так, кто там у нас? А, поросята копают. Они даже копают. Копают все. Да, они там внутри у себя копают. В домике в своем. В свинарничке. Такая красота. Ой, как тепло здесь. Ты еще туда еще кукурузу же... накидал? Ну да, чтобы это... А я уже чувствую этот запах. Все. Так, лук не буду. Сейчас кому-то по голове орех прилетит. Мы прямо под орехом сидим. Вот он. О, смотри. Все. Все. Пошел. Крыло вылезло. Ну ничего. Здорово. Спрячься. Все. Нэнси. Китюнь. Ты глянь, какие угли. Я не знаю, видно на камеру? Ух ты, видишь, красота какая. Ой. Угу. Сейчас минут 15-20, и он готов. Это что, опять утка такая же пришла, которая смеется так? Да. Нэнси, мне массаж спины не нужен, я не заказывала. Ты меня хочешь свои лапы вытереть? Давай, так, сам. Подожди, вилочку. Снять. Оп. Оп. Так, это мне кусочек. Ну, пробуй. Конечно. Готов? Угу. Готов здесь. Хорошо промариновался, а? Еще бы. Главное, чтобы он хорошо прожарился. Угу. Я люблю такой зажаристый. Вот она, кстати, мякушка. Вот это тоже мякушка, надо подальше убрать. Мы раньше готовили шашлыки, прям, знаешь, прям такой сок капал. А здесь прям маловато немножко. Суховато, как говорится. Чем не знаю. Я не знаю, скорее всего, это либо связано с мясом. То, что может, то, что бройлер. Кто-то не готовил из бройлера шашлык. Вот мы в последнее время, да, из бройлера готовим, постоянно что-то сухое, может, маринад. Да. Хотя маринад мы всегда один и тот же делаем. Да. Просто, может быть, то, что из обычной курицы раньше делали. Просто говорю, я раньше не знал, что существует бройлер. Да, вот смотрите. Оба, видите, сухо. Сухо ничего нет. Что такое за безобразие? Ну ладно, думаю, не подавимся. Так, всем приятного аппетита. Будем пробовать.